Друзья мои, добрый день, на связи канал «Что в старой шкатулке». Вот такие вот автомобили я сегодня подготовил на обзор наш старинный антикварный «Что в старой шкатулке». Всех приветствую. И вот такие машинки, признавайтесь, друзья мои, пишите свои комментарии, у кого такие машинки были или же еще сохранились, друзья. Смотрите, такая вот машиночка. Первая, «Сафари», видите, турист. И у него вот рюкзак, и у него здесь и фотоаппарат «Зенит», и вот «Зебра» перебегает. Железная машинка, состояние неплохое, красочка вся сохранилась, хорошая, нормальная советская машинка. К нашей постоянной рубрике «Чем играли дети в Советском Союзе». Вот такая машинка под номером 6, это «Стрела», друзья. Смотрите, какая красивая, нарядная. Тоже интересная машинка. Следующая машинка у нас с темы космоса. Молния, смотрите. Молния под номером 6. Тоже железная машинка. Здесь наша планета, меридианы, звезда, спутник Земли. Смотрите, вот такая машинка. Стоила она в советское время 50 копеек, друзья. Ну и вот такой вот тоже брелочек, видите. Русабалт. Интересная машинка, состояние хорошее, целая, она из пластмассы, но тоже заслуживает вашего внимания, друзья мои. Вот такие вот машинки, вот такой вот у нас коротенький обзорчик на канале «Что в старой шкатулке». Так что подписывайтесь, друзья, ставьте свои лайки, конечно же, комментируйте данное видео. Всем мира, добра, всем хорошего настроения, всем крепкого здоровья, друзья мои. Всех обнимаю и крепко жму руку. Удачи, до новых встреч, пока.